Помните, я говорил. Они, то, блядь, что были right now! Да, кстати, дайте я офнуть тему на время. Помните, я говорил, что я подарю кучу собак 100, если кто-то возьмет об 35 минут в хит И видите ли, тут такое дело, это произошло. Наш лев. Отжал, блядь. Рам в хитмане. Бля, дай я офну еще эту тему. Подожди Ты забыл да? фотки актрисы. Она вообще не похожа. Разрабы просто прикрутили ей щеки. Потому что у них фетиш. Окей, бля, ребята, окей. Хорошо, подожди. да я офну сейчас. Подожди. Так, донаты тоже я оффаю, ребят. Офнул донаты. Все, не шумите. Великое событие произошло, которое вы стоит. Джаза Инкогнита побил 3847, но там он очень много закреплял на последней миссии. По-моему, именно он придумал, короче, миссию последнюю, как, как делать. Я не знаю, мобильти будет ее делать или нет, но... Короче, наши львы из коммунити. Видите, да? Вот они. Из Украины и Кыргызстана. Замутили вообще лютый пиздец. И я обещал, что я, типа, если кто-то сделает САП-35, подарю 100 сабок Потому что я думал, что не возьмут САП-35 в этой игре. Но нашли другие еще стратки, абсолютно совсем другие стратки, еще более крутые, более быстрые, которые оптимизированы именно под игровое время, как я уже говорил до этого. Пойдем, короче, посмотрим, своруем рану, поставим лукасов сразу. А, го, короче, ссылки ссыл, накину Ребят, ссылки накину Держите а, Вот, давай позырим а, Это Silent Assassin, мастер Там все как положено Будем ловить монтаж Ловим монтаж, ребят Гордость чата Ну, получается, гордость чата Он извинится без понятия Честно, не знаю, надо у мобильца спрашивать вот, и прикол как раз в том, что оптимизировали каждый вообще пердеж. До этого не было такого пердежа ну, оптимизации такого пердежа, потому что здесь, даже в Париже, уже ждется катсцена до конца, потому что в конце не нужно ждать будет, пока тянка дойдет. И это экономит игровое время. Я уже ну, рассказывал вам то, что в Хитмане считается именно то время, которое у тебя получится в конце миссии, вот это в таймере. Вот оно. И все сратки завязаны на то, чтобы оно было меньше. Плюс, опять же, напоминаю, что ты это дефолт лодаут, ты появляешься в дефолтном месте со старта с э, дефолтным оружием. Ты не можешь использовать всякие там, блядь, телефоны и прочую херню. Выкидывает монетки, чтобы в инвентаре не валялись, короче. Они просто здесь не нужны, поэтому он их выкидывает нахер, чтобы они не, ну, не мешали с менюингом, видимо. Опа-ча. Классический выстрел мимо, первый. No, no, no. <laughs> Классический выстрел мимо, ребят. Выстрел монетки. Получается, так как Соник. Блин, прикольно. Здесь справа можно было оббежать Ё-моё, я об этом не знал. Угу. Если еще быстрее нашел. Еще здесь секундочку, короче, поджал. быстрее пробежал. Прикольненько. Там этот, говорит, пистолет не видно. А, извините, пожалуйста, сейчас. Сейчас, простите, пожалуйста. Пистолеты и сложность. Надо все показать. О! Так, подожди. Вот это вот типа новая тоже оптимизация: что ты убиваешь камеру, стреляешь здесь в охранников точно так же, как тогда мы находили. Фишку с поломкой искусственного интеллекта у мобов. Им просто похрен становится. Они бегут куда-то, хрен пойми куда. Игнорируют тебя. И вот видите, в чем фишка, короче. Почему мы ждем катсцену? Потому что сразу здесь под люстрой тянка находится. Она сразу под люстрой. Ты прибегаешь, сразу офаешь ее. Плюс 6 кто? Отхуяли плюс 6 то Можно мне узнать. Это, видимо, он потому что начинал сразу, а не... Ну, я понял, типа, плюс 6 у него, скорее всего, из-за того, что он Нажимал не спланировать заново, а просто со старта начал. Не, ребята, это именно загрузка, скорее всего, получается. Не-не-не, забейте на этот таймер, который идет вот, типа, вот, вот, вот тут это все херня. Он подальше убегает. Опа. А что, можно не в охранников, что ли, стрелять? Прикольно. Опа, чё. Балдеж. Так. Это все по-старому. Проверил, не, на не наступает ли на камеру. Аккуратненько. Здесь присел, потому что могут спалить. А что камеру не оффл получается? Снизу будет оффать или что? Она тебя не. Ка Эта камера тебя не видит, серьезно? Таймер, говорит, по бесту смотрит. А, ну, понятно. У тебя бест получается, ну... у тебя бест получается с этим, спланировать заново. Это, ну, я уже говорил, то, что время загрузки здесь разное. Когда ты нажимаешь спланировать миссию, у тебя загрузка быстрее где-то секунд на 5 идет. Ага, можно еще стрельнуть влево. Принял. Прикольно. Бля, чат стол сабок, ебаный стыд. Я больше никогда не скажу, что если возьмут такое-то время, я, блядь, сапки подарю, потому что это забей, блядь. Сразу начинаются львы, короче, активизируются, и давай, блядь, разводить кольно Отдай сапки. Да сейчас отдам, блядь, куда я денусь-то? Жесть. Ликвид Мэнч, спасибо тебе большое за подарочный, спасибо. А Карлсона, который живет на крыше, нету. Один раз только в истории такое было вообще. О, хороший рандом с охранниками. Четко можно бежать. Они иногда руинят здесь. Ага, 1.57 здесь. Ум, так. Камерку мы туофнули, поэтому, ну, когда ты офишь камерку, я говорил то, что здесь можно, в принципе, на камеры попадаться. Но единственное, что тебе придется уничтожить запись. Но так как здесь вообще супер-йола маршрут идет, все камерки убиваются, чтобы Сайлент ассасина на мне не сбило Ага, можно в стену навалять Блин, не понимаю почему ты здесь бежишь с пистолетом реально и тебя просто игнорируют Ага Попал получается По ноге ему дал, ага Прикольно Фига, конечно, не спалили, гайс. Прикольно. Ну, это Йола Стратки, ребят. Я уже говорил вам, то, что ребята вообще крейзи. Гриндили. Сколько ты гриндил? Вот с того момента, как ты взял 38 минут. Скажи мне, сколько ты гриндил, чтобы взять этот ран? Ну, просто расскажи мне. Сколько? Четыре недели, да, получается? Месяц, получается. Неликвидно, говорит, охранникам не доплачивают. Они тупят. Ну, тут искусственный интеллект так рассчитан, ребят. Это было найдено. Тапку ему уже подогнали, если чё, держу в курсе. Так. Тут по классике. А что, плечо не меняем? О. Ну, чат, это просто мышечная память. Вот в это выстрелы, в этот баллон, это просто мышечная память, забейте. Бам-бам, бим-бим. Есть агрессивность. Нифига, он специально налево пошел, чтобы его мужички сзади не спалили, получается. Ну, вообще, честно говоря, ты здесь чуть-чуть э, прям супер сейво сыграл, я бы даже сказал. Испу испужался. Я, в принципе, понимаю это. Будет перезарядка здесь классическая, кольного, Нет, не будет. Будет здесь, понял. Интересно. Так, монеточку кидаем, отвлекаем здесь братков, которые рядом с тачкой ошиваются. Ага, все хорошо, он клюнул, кстати. Вот этот охранник, реально, он, блин, просто мега-дурачок. Руинит очень часто. Кайф. Классический заг-заг. Опа, что это что такое? Там что, генератор? Оба, блин. Это что такое? Он еще выжимает здесь времечко, доходит этот мужичок до... Ага, блин, нихера себе. Блин, балдеж. Кто придумал это? Кто это придумал, расскажи. Ну я на первый ран почти столько же времени потратил, только стратки не выдумывал. Блин, жесть. Дректирович, спасибо за 29 тысяч лет. Еще монетки раскидал, чтобы охранники разошлись, чтобы не стояли там рядом с бочкой. Нихера себе. Вот это стратуля, конечно, мое, блядь, почтение. Воу, 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 воу. Это еще двадцаточка отсюда съезжает, ребят. Ты прикинь, это более... Более рискованная, но более быстрая острота. То есть где-то 20 секунд получается. Я в 41, да, выползаю обычно. А он во сколько выполз? Подожди. Так и он в 41. А нахуя эти танцы с бубном, блядь? Объясни мне. Подожди. 41 и есть. Что за танцы с бубном? Зачем такое? Таня голову отжимать. Да ты что, блин, заболел что ли? Монтаж! <с> все, монтаж нелегитимно сейчас. Репор репортим. <с> так зато красиво. Ну да. Видимо, поинты какие-то за эффектность начисляются. Знаете, как в фигурном катании там. За актерское мастерство, там, за харизму, блин. Голова моего папы висит над чьим-то камином. Хиджак, спасибо за 4000 лет второго. Спасибо за возвращение. Ребят, спасибо большое за поддержку. Ну, слушайте, это сильно, конечно. Это, конечно, сильно. Как у Стаса, говорит, за эффективность. Ну, типа того, да. Эффективность как бы та же самая, а сильные поинты. Что-то, что знаете, что-то такое особенное придумал. Welcome to Bangkok 47. Мы здесь ждем кат-сцену, ребята, чтобы м -м, сразу не ждать мужичка, который наверху будет. И да и внизу сразу просто бежишь, стреляешь. Наверху-то все равно придется чуть-чуть подождать, но. А в целом миссия быстрее на 28 секунд, если ждать полностью эту катсцену. Я же уже рассказывал, ребят, но еще раз повторю на всякий пожар, то что когда ты смотришь катсцены, цели твои и вообще в целом жизнь на этой карте, она идет, они двигаются уже. Поэтому большинство мисс... миссий адаптированы по то... Это что еще такое? Опа, блин, из пустов, серьезно. Адаптированы по то... Где будут э, мужички, когда ты катсцену смотришь, то есть четко по секундам. Они посчитали ровно сколько секунд нужно в катсцене посидеть, посмотреть до какого момента, для того, чтобы офать. Сразу бежать, практически нигде не задерживаться. Блин, ну из кустов прикольно, ориентир хороший, кстати. Так, берем, значит, огнетушитель, чтобы его подзорвать. Вообще удивительно, что ты здесь стоя, и тебя не спалила тянка, которая внизу стоит. Меня всегда палило почему-то. Монетка будет? Мне не будет. Проверяет сразу, где он, насколько, типа, четко все. А, монетка будет все-таки. Окей. Прикольно. Блин, кайф. Вот этот первый выстрел, он очень важный, потому что, когда этот мужичок подойдет вплотную к окну, а, ну, его точно не спалит после выстрела До этого было, до этой стратки Я не помню, кстати, кто придумал По-моему, как раз Слушайте, возможно, Джаза Инкогнито и придумал Я вот пытаюсь вспомнить Кто же придумал эту стратку Оптимизацию, когда стреляешь, типа, в окошко рядом Выстрел Он просто отвлекается на этот выстрел Подходит вплотную Потому что до этого я рестартил просто Тупо из-за того, что пистолеты красные и все Кто-то в окно палил убийство я, говорит, придумал. Чат, ну ты-то все придумал. Я-то, понятное дело. Ты. Э, э, мастер спорта по всем видам спорта. Это чат, как бы. <laughs> Только. Надо вас, как это. Как там этот? А, Бадюк, да, по-моему? Когда он вышел-то на помост э, бить фигню. Его там представляли полчаса. Он вышел э, разбивать до доски и, и не разбил. <laughs> это будет чат. Чат, вы такой же. Ни хрена себе у тебя сама в бест, Мое, мое почтение. А как так-то? Подожди, что это за, что за фейк самого в Ну, куда здесь 16 секунд? -то? Куда, ты, куда ты просрал 16 секунд? -то? Расскажи мне, пожалуйста. Что за прикол? Где не повезло-то? Все было нормально. О, Колорадо. Вообще супер стабильная миссия, если сделать все точно. Сейчас проверим. Катсцена, говорит, наверное. Да нет, это просто самый бест. Да, короче, забейте на этот таймер. Там чел быстрее может прийти. Верхний чел еще быстрее может прийти. Но ну, не на 16 секунд. Я не верю, что там 16 секунд. На 6 секунд, да. Но не на 16 же. Опа, блин, секундочку. Что за прикол? Так, направо побежал. Это чубли такое. А, -а, а тут можно вокруг пробежать, просто понятно. И типа ты тут бежишь все время. М -м -м. Да, в принципе, то это бессмысленно так-то, если задуматься. Ну, не, есть смысл, ребят. Есть смысл в том, что ты можешь дольше целиться. А так тебе все равно потом ждать. Вообще прикольно, конечно. А Стоп. Стоп. А! -а, -а, -а кайф. Ни хера себе. Сейчас здесь более удобная позиция. Короче, вот здесь позиция гораздо удобнее на этот баллон, который здесь стоит. И здесь видно его лучше. И здесь не, не выстрелишь в этот долбанный забор. И не согришь охранников. Прикольно. Поехали шаги считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать тысяч. Офаем. Прикольно. И выстрел, кстати, в люстру здесь более удобный. Красавчик. Красавчик, хорошая оптимизация. Ага. А откуда в тянку стрелять будем? Пинокосом. А, -а, а И здесь еще побыстрее. Ну, а имеет ли это смысл? Вот он пришел сюда побыстрее. Чел подзорвался. А тянька только пошла. Ну, типа ты позицию быстрее занял, по по подольше целиться можешь. Окей, но это тоже бессмысленно, в принципе, все равно ждать ее. Вот здесь она иногда реально быстрее может прийти. Так что тут тоже не особо повезло. Витгельм, спасибо за 4000 лет. Жена, <свист> 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 <Знаешь>, займи денег. <свист> ты, ты мне скидываешь денег, чтобы. Чтобы что, чтобы занять денег. Фигаты, кайф. Балдеж. Я что, новый р. Да, это очень жесткий VR, ребят, который я сомневаюсь, что побьют сейчас. Бля. О, похуй. Так, а эти мужички что, согрятся или нет? А вон согрелись, как подошли. А 2.25. Ну, еще здесь, короче, тоже. Ну, не, ну, опять, типа, 9 секунд. Ну, я верю, что может прийти на 5 секунд тяночка в начале, ну, которая с синовалом, типа, не повезло, но не на 9 же секунд. Что-то я сам ФБС какой-то вообще, я, блядь, космический Сам ФБС сегмент 42.17, чего? Чего? 42.17, сам ФБС сегмент, блядь, серьезно, Рили. Ебать А я, говорит, посмотрел будь у кого, он чуть руку об дерево не сломал Ну Самая прикольная часть в этом видео, где его представляют 15 минут, блядь Мастер спорта, блядь, <смешно> по всем видам спорта. <смешно> у него, <смешно> говорит, и загрузки быстрее, чем у тебя. Понимаю. Диджей Джамшут, спасибо за 35 тысяч лет. Получается, монтажер чат? Менюинг не идет. А, ты имеешь в виду менюинг на миссии? Окей, да, менюинг идет в артиллерии. Соглы. Соглы, менюинг может быть проблемой. А -а 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 -а. Вот это, короче, чат. Вот эта миссия, мы сейчас специально смотрим касцену, потому что она другая. Э, плюс тут есть 20 уровень набрать на этой миссии. Ты можешь стартовать с пистолетом с глушителем. Вот, он очень сильно помогает по этой стратуле. Мы сразу типа надбиваем немножечко э, фуникулер, опору, на которой он держится. стреляем, отвлекаем тяночку, она сейчас должна забежать в этот фуникулер, и мы отвлекаем охранников. Чтобы они не смотрели в нашу сторону. Вот. И просто оффаем его нафиг. И она умирает. Офига, <связь> она висит. Очень странно. Повисла. И вот это очень прикольное, где мы через спая зону пробегаем э как раз таки в ту часть карты, где лежит... Наш доспочтенный чел, которого нам надо развалить. Здесь оффаются камеры, чтобы они нас не спалили. И сейчас очень важная часть, потому что эта дверь не открывается с этой стороны. Нужен ключ специальный. Поэтому мы берем молоток, даем по башке вот этому вот джентльмену, который здесь тащим. Подкатываем его бездыханное тело к этой двери, и она открывается. Опача. Вот, и отсюда мы уже можем спокойно стрелять в сердце, которое на трансплантацию идет. Элеган Солюшн 47, но с этого пистолета гораздо проще попасть в жердечко. Очень прикольная миссия, вообще круто сделали. Кидаем монетку, чтобы охранников отвлечь. А так как камеры нам уже не мешают, мы можем просто спокойно выбегать и не ждать камер. Офигенно, очень быстрая миссия, ребят. Тот, кто оптимизировал вот эту штуку вот до такой миссии, он просто лев. Он просто лев. Емьюц. Спасибо тебе за 3000 лет. Привет, лохматом. Здорово. Эликон Консолюшн, в получается. Чат, 18.43, первый хитман. Это еще, скорее всего, ВР по первому хитману. Если шо. Как правило, ВР в этой категории означает сразу ВР еще в нескольких категориях. При этом. При этом. Это очень круто. Блин, балдеж, ребят, то, что у вас руки не опустились, потому что я в тильте был, блядь, после каждого прохождения. Это ну, гринделка вообще та еще. Особенно еще очень прикольно, мне, ну, мне реально очень сильно доставляет спидран коммунити то, как... Ну, типа, ты такой видишь, о, ребятки там потренили, о, прикольные миссии, круто. А что можно еще придумать? Придумываешь что-то, что-то делаем с коммунити, а потом херакс, забиваешь, приходишь, а тут вообще, блядь, понапридумывали еще жестче вещей. И вот то, как меняется ран, это, конечно. М -м -м. Берем ключик, стам. Пока шмаргрит. А, манки Геачо, прости, пожалуйста, 28 тысяч лет пропустил. Виноват, извиняюсь. Так, блядь, подожди, нахера ты так побежал? Что за прикол? Вот ты открываешь, ну. Дальше бежишь прямо. Огнетушитель берешь. А здесь что ты взял? Эй, это что, тр транквилла можно не брать, что ли? Можно офнуть сразу в записи, зайти к ноутбуку. А нет, транквилл берет все равно. Она спалила, но при этом взорвалась. А транквилизатор нужен, получается. А, я понял, у тебя же типа охранники не убегают. А, да, -а -а, да, 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 да. -да. Я говорил здесь то, что типа у некоторых людей не убегают охранники. А, вот эти около лодок, которые. Поэтому транквилизатор здесь он использует для того, чтобы охранников офуть. Чтобы не отвлекаться на них. Мой ран, не, это не мой ран, это мобилити, ребят, это джентльмен из коммунити. Uh, Он нашел реально пиздец стратки. Давайте посмотрим на время, у меня просто три с чем-то там, три минуты я, короче, задристую. Насколько это быстрее будет. Boat, alert, вот первое, ты не стреляешь в машину, чтобы отвлечь этого охранника. Второе, оф <плодисмент> этого. Прикольно. You you И взрыв. А, они убегают в него, значит. Нихуя хм. не убегает. Они, не, не убегает у него охранник. Он гаечный ключ специально для этого взял. Я понял. Понятно. Бля, пок чем на самом деле. Прикольно то, что можно подорвать всех просто огнетушителем этим саным. Даже если тебя спалят, в принципе, они все взрываются, это, это считается несчастный случай. Муху-спуху, спасибо большое за 14 тысяч лет. Извините, ребята, если пропустил что-то. Спасибо за поддержку, большое, чтобы лучше кого нибудь во вселенной. Спасибо. Он удерживает лысого в заложниках? Не, чат, не-не-не-не-не. Мне было очень интересно, кстати. Тут можно 2.50, говорит, изи. А, да ладно, в принципе... Реально, я не понимаю, вот из-за чего это основа. Ты пробовал, типа, ну, мобильный, скажи, ты реально пробовал стрелять ближе в этот, в эту, ну, в бочку, с, ну, в канистру с бензином, чтобы она взорвалась, выстрел отвлек. Реально пробовал? Чего? Секундочку. Так. Опа, ча, ты можешь ворваться отсюда. Интересно. Так. Нихуя себе. Это бренд не устратка, ребят. Ланита, спасибо большое. Опа. Народу похуй просто. Толпе похуй. Чего, блядь? Всем похуй. Ворвался лысый чувак. Начал стрелять, блядь, из пистолета. Всем похуй. А, развернул охранника, который идет за спиной и выходит с этого выхода. Бля. Гениально. Вообще похую. Бля, гениальная страта, дружище, гениально. Не, ну это пок, это реально поковая страта. Бля, минута 20 сейчас, ё-моё. Мое уважение. Максимально похуй. Блин, ну, честно, чат, это, я вам говорил, чат, я вам говорил то, что еще не все потеряно, типа, не все найдено, блядь. Это, бля, это тупо с трибуны расстрелял всем похуй, ну, видите как. Это надо же было попробовать еще додуматься до этого. Эрлигансаль, она частично, говорит, моя, а в левел рекордах быстрее, но рандомная сильно. У меня стабильная, я понял. Блин, ну шутауты тому джентльмену, который это придумал вообще. Пач, блядь. Блин, вот э, в левел лидербордах реально можно посмотреть какую-нибудь тему. Ты такой смотришь и думаешь, ёб твою мать. Но когда начинаешь делать это в полном ранее по всем миссиям, ты начинаешь понимать то, что гриндить эту помойку, ну и он нахер. Начинаешь оптимизировать что-то, адаптировать. А, так было, например, вот с этой миссией, которую я реально долбил. И, блядь, три недели потратил на эту миссию, чат. Три недели. Ох. Так, еще раз подожди, дай посмотрим-ка. Вот ты залазишь, стреляешь в кусты, короче. Um, тоже нормальная тема, тут главная позиция, кстати, решает очень хорошо. Да, дождался, когда на лестницу зайдет, стрельнул, типа, и в рыло сразу попал. Тут очень просто попасть. Идеальная позиция, кстати. Нет, тут дело не во имя, на самом деле, сейчас. Тут очень важно, как Дельгадо uh, встанет. То, как он ноги, как на видосе, поставит или не поставит. Это, типа, очень быстрый способ, тут в 57 выбегаешь секунд. Шикардос. Лучшие, говорит, три недели, не знаю. <laughs> <для че. смех> Лучшие три недели для кого? Для вас или для меня? Да, в принципе, на самом деле, такие закрепы для стрима всегда хорошо, когда ты жахаешь с коммунити вовлеченность, типа большая. О, прикольно. О, блин, нихуя себе. Почти спалили, кса. Сильно. А, -а, а, тут придется медленно идти из-за этих мужичков. Еще и рандом плохой, они сразу подходят сюда. Ага, -а -а, они ушли, КФ. Они уже здесь. Хотя, на самом деле, это может быть и хороший рандом сейчас. Генератор, значит, включаем, вы выключаем. Этот чел идет сейчас проверять генератор, он на него уже отвлекся. Мы кидаем монетку, как только отходит этот... Чтобы отвлечь других ребят. <Слышний voice> Бля, там баллон был все это время, прикольно. Бля, там баллон был, чат. <свист> <свист> Блин, я же, в принципе, видел с другой точки этот баллон. Почему <свист> я не додумался до этого? ё мое там все сейчас на шухере стоят после того, как там взорвалось, блядь, в этой хате. То есть это стабильные 2.42 получается. М -м Хорошо. При этом там еще чуть-чуть не повезло, с тем, что. М mm -hmm. Долго он очень там разго разговаривал, короче. Но это стабильная фишка, ребят. Это стабильная. Крутяк. Мистер Видок, спасибо тебе большое сейчас за 12 тысяч лет. Здорово, с возвращением. Саня, уходить надо скоро, дари сапки, бля. Ну, уходи, что ты, блин. Сейчас я тебя все брошу, блин, ради тебя буду сапки здесь дарить. Если тебе она прилетит, она тебе и так прилетит. Бля, сильный чат. Че, 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 А, мы тут бежим как раз по быстрой дороге, чтобы не толпиться, не толкаться с жопами в этой, в этой толпе. А, тут можно вот здесь прятаться от него, понятно. О, -хо -хо -хо, было очень близко. Да, быстро добежал до сюда, быстрее намного. Мужичок вот таки не блочит, нифига. А вот этот мужичок блочит. Кайф. <laughs> А, дерьмо, рандом с импостером, кстати. Чего? Что? Когда он в этой дресне проходит, его может толкнуть фасрак, он начинает разворачиваться, и ты можешь просто пробежать? Серьезно? А А, и этот самый подошел, да, у нас тот, собственно, мужичок и подошел. Блин, как же долго ты целился кирпичом, чтобы не обосрать здесь ничего. Так, 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 так. Подожди, значит, берем электрическую дресню. Бежит совсем другой дорогой. Секундочку. Монетку кладем, мужичку. Через гараж побежал. балет Я вообще ни разу даже не знал, что здесь есть. Это, блядь, лока. Лока, лока, лока. Здесь вот это вот есть, блядь. Короче, открываем водичку, кидаем все электричество. После выстрела он сюда побежит, получается, чилить. Прикольно. охранники, конечно. Искусственный интеллект. Уибан чат на максимум в этой игре. Так, а мы баллоном, получается, взрывать будем, которая стоит там около корабля чилить. А что, неужели рядом с ней есть выход быстрый? А, да, там же катер, блядь. Точно, там он через палубу можно сдриснуть. Он и чел, кстати, сдох. Здравствуйте, Ваня Шоу. Отвлекаем этого мужичка и взрываем тянем. Лол. Блин, кайф. Еще, короче, двадцатку здесь прожал. Чат, это Каев. Кто стрелял, блядь? Нет, ты выбегаешь, короче, через решетку. Говоришь, блин, мужики, там кто-то стрелял, блядь. Вот там. Я, я его увидел. Он вот туда побежал, блядь. Они такие, что? Я его не вижу. Так он вот туда побежал, блядь. Прям перед ними стреляешь, блядь, им похуй вообще. <Слышать> <С> <с <arcade> <с <Coconut> <с> Ой, не могу ли? А, ну просто ветер, да? Просто ветер, ребят. Так ну подожди, а что я сюда что-то придумал? <yummy> А, блин, сейчас эта игра, конечно, это нечто. Сразу говорю, слабонервным не советую ранить это. Типа вот вы видите, на экране вроде все выглядит просто и круто, но на самом деле ни хера не просто и не круто, и там столько мелочей решает. Каждая, сука, мелочь. Я вам пишу, так говорю, этот ран это как вот эффект бабочки. Ты где-то не успел на полсекунды, все, обосрался, короче. Вот этот выстрел, этот баллон тоже, блин. Жесть просто какая-то. Стрельба в этой игре это откровенно, ну то, то еще увлечение. Now, ага, он подальше специально кидает, потому что времечко, в принципе, есть, чтобы подобрать. Хоп-хоп-хоп, монетки раскидал. Глюч сразу подобрал. Че, в 1.01, 1.02, ну, это не... Бля, ну, стыкотно. Мне стрёмно всегда так делать. Подбираем еще ему электрическую дресню. Аккумулятор, короче. Hmm. Like ну, вообще, типа, стрёмно то, что ты здесь пистолет не спрятал, потому что там так-то зеваки ходят. Я хз, как тебя не спалили. Там же реально работяги ходят. Они типа, если видят кого-то с пистолетом, они сразу офуют. Сразу красные пистолеты. У него, говорит, не ходят. Ну, видимо... Тут, блин, много рандомного говна происходит, ребят, серьезно. А как вы вот это делаете? Я не понимаю, как здесь камеру развернуть. Как здесь камеру развернуть? Ну-ка, расскажи мне. Они же, говорит, не инстантно палят. Бля, меня инстантно палили просто сразу. Пащи все, блядь. А, про белым понял.

А ну с миссией, конечно, там где в Майами, я просто охренел, где в толпе жахаешь, балдеж. Сейчас бы аккумулятор так кинуть смочь. Ну, блин, дружище, я тебе хочу сказать то, что ты взрослого мужика, который лежит без сознания, так просто не поднимешь и куда-то в шкаф не положишь, блядь, Я тебе честно скажу, я рассказывал уже историю, как у меня дружище набухался до таких слюней, что просто стоял и потом просто упал. А я пытался его поднять, а он 90 килограмм тогда весил. Анреал просто. Это невозможно. Вот он, блядь, пф, лежит тут. Блядь, аа, тварюка, блядь. Аа, и нихуя, просто без шансов вообще. Его можно просто поддерживать. Тут я, говорит, чуть не кончился. Давай без спойлеров, слышь. За яйца, говорит, надо поднимать. Серьезно, в шкаф, говорит, потом засунул, да я, я же не поднял, я его наполовину поднял, потом говорит, давай, бля, слышь, ногами шаруди, блядь, заебал Он еле-еле там, короче, ноги свои кощерышки, блядь, подставил, какие-то, блядь, брыкались, блядь, какой-как его поднял, говорю, все, стой, блядь, держись для меня Как-то его доковыряли до дома Потом говорит, мы, короче, собираемся уезжать. А он такой, говорит, я вас провожу, блядь. Провожатель, блядь, спиди. Так, кидаем монетку. Я вас провожу, блядь. Проводилкин. Так. О, монетка победы. Каев, респект тебе за использование монетки победы. Если бы не монетка, я так предполагаю, здесь был бы фейл. Короче, вот эта монетка, она, я на нее, блядь, много делал, много потратил. Я на нее возлагаю огромные надежды. Значит, кидается эта монетка для того, чтобы отвлечь телочку, тетяночку, которая вот там вот идет вдалеке. Вот, она уходит вниз, потому что она идет тебе в этот момент навстречу и палит тебя. Ты да что-то, кстати, реально, ну, смотри, подожди, а зачем ты так лево-лево садишься? Ты же можешь прям в кусты сесть перед ними, охранникам похер здесь будет, если по таймеру они придут. Они попозже гораздо поворачиваются. А сюда просто стрелять очень тяжело. Ну, с первого выстрела как бы пох. Так, оффаем этих парней, которые поднимаются на алерты, побегут просто по этой лестнице, которая здесь наверх. Ага. Опа. 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 Ебать. The... <laughs> блять, кайф. Бля, прикол здесь рано забасрать, ребят. Вот на этой миссии. Это странно обосрать. Яковая, блять, ситуация. Холостые, Игорь зарядил просто. Обойма холостая была. Ой, бля, сейчас. Валидольчику, конечно, выпил, да, потом? Пиздец. Бач, 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 бач. Бач, 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 сейчас, бащ строительными патронами стрелял. Понимаю, сейчас понимаю. Да не, в этот момент там у него, наверное, сердечко в пятки ушло. Че, пальцы на камере, да, специально? Ну и ладно. Не больно-то хотелось. Так, монетка. Ставим ее. Он огрится. Забираем. Ставим, забираем, ставим, забираем. Он, видимо, чтобы 100% его согреть. Решил не рисковать. Затемняем окна Закрываем двери, оффаем. Забираем ключ. Сначала дата диск, значит, забрал. Чат, well. не обращайте внимания на красный пистолет, он на камеры попался, потому что если ты уничтожаешь запись потом, то все нормально в конце миссии. У тебя пистолеты снова будут зелеными. А, пофигу. <кх> Так. Присаживаемся пешочком, идем здесь, бежим. А, кстати, ребята, еще раз, разница очень большая между тем, чтобы бросить монетку и положить монетку. Когда ты кладешь монетку, этот мужичок как на монетку быстрее. А, вот эти как раз секундочки позволяют пробежать здесь мимо тянки. Здесь тянка ходит, патрулирует. Вот это вот, как раз, когда мы газету берем, потом в коридоре. А, именно. Вот это микро-момент, микро деталь. Я могу вам здесь все об объяснять, но это, блядь, заебусь. Я и так уже это объяснял. А вот разница между тем, бросишь ты монетку или положишь просто а -а колоссальная. Она стоит тебе красных пистолетов, если что. И рестарта миссии. Так что. И тут все на этом основано. Весь ран, ребят. На таких микро микроговничах. Так, давай, рандом. А, блядь, сай, часы свои сай, сай, смотрит, блядь. Тупо два сек уехала, братан. F Помянем, ребят. 15 секунд. А, не, нормально. Оптимизация, кстати, хорошая со скрипкой. Блин, слушайте, скрипка реально решает здесь. Свободно. Специально тоже чат помните, кто смотрел этот клип, короче там где где дата там и чуть ли не плакал, когда а, я ее оффал типа на стуле и сразу заваливается дата под стул, которую достать невозможно типа под стулом. Карту забираешь, а например дату забрать не можешь или наоборот дату забираешь э, диск который, а карту забрать не можешь и это F. Поэтому было принято решение ждать пока она со стула встанет и отсюда типа стрелять ей в голову. А, потому что в этом случае она роняет все ст... нужные ништяки тебе сразу, типа рядом со стулом. И они не заваливаются никуда. Карта просто это нужна, чтобы открыть вот эту дверь, и здесь запись уничтожить. А вот в чем прикол. А диск, чтобы миссию засчитала, пройти. Вот так вот, сейчас. А, -а, а, можно отвлечь его? Прикольно. Балдеж. А что, будет финальная миссия, которая ультра Йоло, которую Джаза Инкогнито придумал? <Character yells> ну, насколько мне сказали, Джаза Инкогнито придумал эту миссию. Просто мне показалось, что она супер рандомная. <Algun> <acha> Я надеюсь, что будет, честно, честно говоря, чат. Я знаю, как ее делать, не Йола, окей. Но не делал. Ну как не Йола, подожди, там же завязано еще с охранником, там типа рандомно охранники. Ладно, чат, тогда покажу вам у Джаза Инкогнита, как она делается, потому что если он ее не делает, то как бы такое. Она типа самая быстрая. Людочка, ты сейчас умрешь. Люд, Люд, Людочка, бля. Привет, Людочка, вот она, кстати. Жалко, людочку, конечно. Опа. Прыгаем вниз. Стреляем в окно. Выбегаем сразу в кусты. Так, быстрее будет, чат. Ты ближе находишься, не нужно бежать обратно. Ты находишься за стеной, стреляешь ей в ногу, она падает, тонет. Судя по скорости, с которой Людмила Ветрова всасывает э, в воду, когда падает. Сосет она реально очень круто. Как а, и пылесос просто. Как можно было так быстро утонуть, я не знаю при выстреле в ногу. Бля, вообще на Мальдивах, мне кажется, так скучно там же делать нехуй сейчас. Вот они сидят здесь, что они здесь целый день делают? Тренажер уходит и дальше что, блядь, телек смотрит. Блядь, просто пиздец же. Вообще делать нечего там. Так. Пробежали полностью вокруг до сюда. Интересно. А он же здесь. Как так? Покрыли мужичка в окне, он в окне смотрит как раз в бинокль, типа как мы ему письку показываем из кустов. И он такой Чуаля, сейчас я тебе приду, короче, сусало начищу. И вон он идет, наша главная цель идет, когда в бинокль смотрел на море. Видимо, этим богатые люди на Мальдивах и занимаются, в бинокль на море смотрят, бля, живя в своем особняке, блядь, здоровенном. А вот, он выходит в кусты, проверить, что там, блядь, записка такая была, чья? И мы на него горшок скидываем на бошку. Сейчас вам покажу еще вообще супер, супер миссию э, в исполнении Джаза Инкогнита. Она вообще супер жесткая. И он как раз Вуэра обосрал на ней. Именно на этой миссии, потому что она, ну, она очень тяжелая. Но она будет еще быстрее. Смотрят на море и проверяют кусты. Я реально не представляю, что можно делать больше недели на Мальдивах, правда, сейчас. Пач, блядь, подзорвался. Четко прям. Блин, здесь прикольно, прям по времени получается быстрее прибегать к нему сразу, как только он находится в этом месте. А, -а, -а этот выход еще быстрее. Разве этот выход быстрее? А, -а, -а вытолкал в другую лодку. Блин, а я в 44.40 получилось. И это получается у нас 34.11, ребят. Блять, пиздец. Давайте я вам покажу Paris to Heaven, ребят. Вот эту миссию последнюю от Джаза Инкогнита. Она реально, типа, ну, это, блядь, мое почтение. Значит, во-первых, давайте я вам покажу со всеми рестартами эту миссию, потому что рестартовал он на ней знатно. То есть он прибежал реально очень быстро, у него охренительный ран просто был, просто охренительный. Минус 5 минут, 39-57 Нью-Йорк, это очень круто. И потом началась вот такая вот катавасия. Эй, говорит, а сапки, да сейчас все будет, да подожди-то. И месяц, говорит, дрочить и оказаться в жопе, это очень обидно. Дружище. Вон, у него, типа, он стреляет здесь, отвлекает м -м, мужичков, которые там на кухне что-то кухарят. В паре. Подбирает баллон. И выбегает сразу из этого, ну, ресторанчика. О, боже, это, эта стратка, она просто, просто пок чем, Но она рандомная, потому что, ну, я так понял, что она рандомная из-за охранника одного, который как раз его испалит. Ну, плюс там еще и техническое исполнение должно быть тоже на уровне. Выстрел должно быть. Вот, вот этот вот этот хрыч, который здесь идет. Вот из-за него, короче, она, возможно, рандомная. Можно 2.35, говорит, по моей стратке тут выдавить. Я проверю. Вот мы кидаем баллон, просто взрываем этого чела. Это случайное и ну, несчастный случай, и вот, вот этот, вот этот, собственно, собственно, охранник, короче, который его спалил. Начинаем миссию заново. F. А, и прикол то, что хрен он пойми, типа, в чем прикол этого охранника. Я не знаю, я сам не тестил, не проверял. Но он уже в тильте после того, как его здесь спалили. А уже выверни нихера, хера не изи. Типа 2.35, говорит, может, можно продавить. Потом по людочке попасть не смог. И <свят> Красные пистолеты, рестарт. Людочка в этом ну, в этой версии победила. Что-то очень обидная, конечно, слив рано на последней миссии. Но просто респект за старание, потому что исполнить вот эту стратку это, бля, крайне тяжело. Да чат, вы чё, а им, а им, кека, если сидите, а, блядь, прицелиться, сами попробуйте прицелиться в этой игре. Обосрёшься просто. Просто обосрёшься, чат. Поэтому респект и уважуха джаза инкогнито и мобилити, ребята, за то, что прожали просто эту категорию очень уже далеко. Желания, блядь, бегать ее вообще никакого нету, блядь. Покажите Элли, короче. Эли, скиньте, ну, скажите Элли то, что там VR сейчас, блядь, в Хитмане втором просто пиздец. Скажите, когда Элла, Элла, будешь бить рекорд, блядь? Он посмотрит на эти стратки и охуеет просто. Наебельный, блядь, в плане наебельный. Джахаха, спасибо тебе большое за 21 тысячу лет, спасибо. И он сам взорвался, короче, чат. Вроде все классно, все здорово, но он еще и сам подзорвался, это здесь сейчас. Прикинь уровень тильта, в котором он сейчас находится. Просто уровень тильту. Тильту. Тильтостан там вообще просто дичайший тильтостан. Я бы уже офнул прям лично. Вот я бы лично прям сейчас альтов 4 бы нажал бы, блядь, просто и клаву разъебал бы и пошел бы спать. Вот прямо в этот, в этот момент бы. Серьезно, блядь, без шуток говорю. Ну, или кричал хотя бы очень сильно. Тань, ты хочешь ссылку на видос Льва тайны. Ну только я уже давал ее, блядь, в начале. Сейчас еще раз дам. Да подожди, дай досмотрим-то. Короче, ладно, давайте, закреп. А вот это финальная победная, кстати. Дед, а как было во втором Варкрафте? И Enfield Hell, спасибо за 12 тысяч лет. И это был предыдущий VR, если чё, который побил прошлый VR там совсем на чуть-чуть, типа там на, 10 секунд, что ли, что то типа того. Но при этом с уровнем закрепов просто пипец. Да вам спасибо, ребят, большуще за поддержку. Вам спасибо, реально просто. Спасибо, что приходите. Спасибо, что вот так вот врываетесь в спидру разных игр, пушите их. Потому что, ну, это реально очень сильно. Я-то особенно знаю, как тяжело ранить Хитмана, и как кукуха едет, нахуй, с этого. <laughs> сколько, блядь, <laughs> сколько мимасов в этой игре, это просто кошмар. Люд, говорит, в бронике. А, ну да. Вы, говорит, красавцы. Да вообще просто, просто космос. Здорово, Саня, здорово, чат. Здорово, Саня, здорово, чат. что могу сказать? вот, собственно, это очень быстро именно как раз то, что ты не ждешь от этого мужичка и сразу его убиваешь, и убиваешь потом другого. И смотрите, сейчас охранника здесь нету. Он просто убегает. И я понял, что это долбанный рандом. О, успел убежать, отвлекая здесь, бахает сюды. Вот, ну а мобилити говорит то, что он может сделать быстрее. Ну, не то, что быстрее, а может сделать эту стратку стабильно, но не делал ее во время рекорда. А если не делал, значит, получается м -м, врет. Если он не стал ее делать, значит она рискованная, понимаете, да? И вот, собственно, он прям четко здесь по времени прибегает. В кустах письку показывает мужику, он начинает выходить. И мы его, собственно, здесь и ждем, потому что здесь самый ближайший выход из этого особняка справа на, на самолете вылететь. Собственно, вот он еще тоже здесь ждет и ориентируется, скорее всего, по карте, потому что я тоже такой сижу, смотрю, думаю, блядь, как, как тут можно заметить, какой ориентир, когда нужно стрелять по эту, в этот горшок, который висит, чтобы попасть, наверное, ровно в голову мужику. Ориентироваться вот по этим показателям вообще не вариант. По времени тоже не вариант, потому что всегда по-разному происходит. Хотя вообще на этой миссии, возможно, имеет смысл. По вопросику, видите, вопросик здесь идет. Но я думаю, что он ориентируется именно по вот этой вот карте. Когда подходит, значит, мужик, видите, у нас вот здесь на карте перекрестие. Вот он доходит до определенного момента, ты просто стреляешь, уфаешь его. Все. вообще было бы интересно, если бы он не закреплял бы нигде здесь, сколько бы у него времени получилось. Получ... Ну, мобиль типа все равно бы выиграл у него, мне кажется. Вот, и здесь сколько получилось в конце миссии? Дай подожди. 2.30, 2.33. А ты говоришь, 2.30 можешь по стратке выдавить. Правильно, мобильте? Ну, короче, она тоже на то же не приходится, но, в принципе, страта, страта рисковая. А у мобильте сколько здесь было? 33 а у мобильти сколько здесь было 242 но ну, типа видите да медленнее так короче вон вам ссылку на мобильти. грузите лукасов туда еще каев лев просто просто лев О, вообще можете в принципе на спидрунком зайти в раздел э лидербордов а, здесь именно нужно будет а, категории экстеншн of Hitman 2, потому что они не сделали эту категорию основной, хотя она самая прикольная. For, for, for the Seven. Интересно, не Вот тут Paris to Heaven, Default Loadout, SOSOA, это Silent Assassin, Suit Only. Нельзя переодеваться. Default Loadout, это со старта, чтобы дефолт у тебя был. И сложность, мастер, типа, последний. Вот, собственно, вот они два наших льва, здесь и красуются. Красавчики вообще, блядь. Просто... Просто о, мега хек ран. Ну шо, как говорится, обещал, бля, чат. Ну, может, торгуемся до 50 сабок, а то 100 что-то многовато, бля. То реально многовато, чат. А, ладно, говорил 100, значит, блядь, говорил 100, получается. Слышь, говорит, давай, блядь, гони сапки. Ёбаный рот. Чат, ну, конечно, блядь, жулики. То собак, писец. Ну, чат, я больше не буду говорить никогда в жизни, блядь. Никогда в жизни не буду говорить, что вот, типа, там, туда-сюда, бля. Если кто-то прожмет какое-то время, подарю 100 сабок. Не, 10 максимум, блядь, теперь. Я думал, это невозможно, чат, но нет. А, взорвали амбар с ансабами в очередной раз. Получается подарено сейчас. Жесть. Мобильте. Что тебя Взял, блядь, продавил лысого. Ну, что за дело? Лунчик, кстати. Спасибо тебе за 8 тысяч лет, большущая. Давайте еще раз пройдемся. Сейчас, ребят, донутся тоже подрублю обратно. Сейчас все прочитаю. А, короче, у Ютубунти там. Привет, здорово. Давайте, наверное, для Ютубунти тоже отправим этот видос. Потому что, ну, это, блядь, большое событие на самом деле. Я в шоке честно говоря. Вот, спасибо всем большое за поддержку. Как говорится, не забывайте про второй канал на Ютубе, Инстаграм, группу ВКонтакте. Заходите, заходите просто на стрим, привет, напишите, бля, там все дела. Вот. Вот так вот, говорит, сказ о том, как коммунити развело Куэльного Анастаса, блядь. Паркур. Спасибо большое, спасибо. Увидимся сейчас. Тогда Утуб, увидимся с вами. Пойдем стримить что-нибудь. Не знаю.